Да, я самый. Только ты не спрашивай, как я тут оказался. Долгая история, а времени у меня в обрез. Ну и... Воды принеси. Нет-нет, это... Давай, сам тут, сам. Ну нет у меня времени возиться с тобой. Мне в крепость надо. Ладно. Слушай, дружинный, если я тебе помогу, замолвишь за меня словечко перед Господом? Замолвить-то можно. Только вот по грехам моим, боюсь, что не услышит меня Господь. А это не твое дело. Главное, когда молиться будешь, не забудь упомянуть имя раба Божьего Малявы. Мол, так и так, тоже дела добрые делал. Вот, меня, годуна, кручу свел, студеной водицей напоил. Ну, вот и хорошо. Стой! Вот так, давай. Вот так. Шемяка, а ты по что здесь? А еще я отрока из лесу привел, чтоб тот лату исцелил. Так Господу и передай. Уж не знаю, исцелил ли, это уже не мое дело. И меня ж дед ведун в травах разбираться научил. Это у тебя что? Ты про что? Про нож твой. Дай гляну. А, это? Давай. Так, отрок-то ты подарил. Возьми, мол, на добрую память обо мне. Ну, может, он не так сказал. А по смыслу так и было. А куда этот отрок пошел? Так это, его кузнец с Аникеем по строк повели. Чего? Твой Гаврила уверен, что это княжич. Как с чего? Гаврила при владыке Спиридоне служит. Так уж видал княжича-то. Александр сейчас в Минской крепости. Гаврила с ратниками его возьмет и в нашу сторону двинет. Ну и ты, стало быть, навстречу выходи. Ну и награду за труды, так сказать. Ты щенка в лицо знаешь. Ты пойдешь. Возьми людей понадежней. Да смотри, поторапливайся, времени нет. А мы здесь сворачиваться будем, покуда не прознали про нас. Эй, не двигаться. А ты еще кто такой? Кречет. А, что такое? Пить дай. Пей, моя хорошая. Ладушка. Что со мной? Заболела ты сильно, напугала нас всех до смерти. Странно, я так легко себя чувствую. Отдыхай, набирайся сил. Аникея, кликни. Зачем еще? Позови, прошу. Что, Бус, из наших возвращался кто? Нет. Хоть иди ищи ветра в поле. Эй, дружинный. Ей получше стало. С тобой говорить хочет. Лада. Оставь нас, брат. Хорошо. Если что, я рядом. Ты лучше не разговаривай. Это много сил отнимает, а ты совсем слаба еще. Я посижу немножко рядышком и пойду. Ближе сядь.
Я обидела тебя. Прости меня. Да что ты. Не было такого совсем. Помнишь, ягоды собирали? Ты тогда сказал, что век будешь без семьи коротать. Я обиделась. Ты отдыхай. Я пойду лучше. Погоди. Что сказать хочу. Ты, когда решишь службу оставить, знаешь, что я тебя ждать буду. Да получше меня вон сколько женихов сыщется. Мне не надо лучше. Мне тебя надобно. Не ко времени разговор, ладно? Ах, не ко времени. Все, иди, иди. Не держу тебя более. Ты кто? Это я тебя спросить должен. Кто ты и что на земле моей делаешь? Да, похоже, дружинный он. Из Новгорода. И что он здесь делает? Так это он из владычной дружины. Их Спиридон в Острог отправил княжича искать. И сколько их там, дружинных? В Остроге я троих видел, а остальные, видать, по лесам бегают. Княжича ищут, а он у них под носом сидит. Сколько вас? Да уж хватит, чтобы тебя и щенков твоих в реку побросать. Как в битве на Ом уже. Что, забыл? В речку, значит? Что ж, как у вас у русских говорят, долг платежом красен. В реку его. Ничего сказать не хочешь? Вы же все равно убьете. Так что не доставлю я вам такой радости. Да ну, Русалика! Эй, берите его и тащите к реке! Опять. Года-то уж какие. На покой пора. Дядя Прохор, хочешь полечу твою спину? Хорошо бы, Проша, но это не совсем болезнь. Это старость. А ее, видишь, ни одними травками не выведешь. Пойду передохну. Ну, пойди, пойди. Демьян! Подсоби! Проша, Проша, пойдем со мной. Бросай, бросай здесь. Там, на поляне, беда там. Ратный мой, помощь твоя нужна. Что взять-то с собой? Что там? Там, там все. Проша, не тяни, пойдем. Пойдем, надо помогать. Надо было под укоему, да над ручьем. Нет, ведь полез. А куда полез, дури, башка? Ну, видишь, что ветки, как кости, торчат. И разодрался. Разодрался весь. Вот до колена разодрался. Лежит теперь, орёт. А чё ты орёшь? Чё ты орёшь? Ну не тебе ли говорили, что наискось надо было? По окоёму и над ручьём. Вон, вон там он. Туда. Постой. Слушай. Что же это получается? Тот мальчонка княжич есть, что ли? Ни в жизнь бы не помыслил. А что же он об этом сразу не сказал? Кому сказать-то? Тебе, что ли? Да постой, куда ты мчишь? Отдохни малость. Княжич в Остроге. Что с ним случиться может? Я понял. Ну да. Давай, вперед. Давай.
на поляночке. Ага. Где? Давай, давай. Где ратный-то твой, Гаврила? Ратный-то? Так это... Вот все раз, а? Где же он? Не видно его. Куда же он пропал, ратный, а? О, его, наверное, волки сгрызли. Волк-то пастью-то как хватанет, а? Полно дурачиться, Гаврила. Сказывай, чего надо? Да я, княжич, по твою душу, как говорится. Ты чего лопочешь-то? Какой тебе княжич? Прошка я, сирота, в лесу живу. Ишь, ишь, сирота, остань-то княжескую, как спрячешь? Я тебя сразу приметил, хорошо тебя запомнил. Сказывай, чего надо? Вот, так-то оно годнее, так правильней. Ты, главное, не шуми да не брыкайся, тогда и тебе хорошо будет, и нам, ладно? Кому нам? Ты чего лопочешь-то? Гедемину. Гедемину тебя отдам. У меченосцев, видишь, дело к тебе есть, княжич. А если все правильно делать, так никому ничего и не будет. Не убьют тебя, не боись. Если бы убить хотели, то я бы не дал. Я им сразу сказал, убивать нельзя, княжич. А если пособить, так что, можно и пособить. А душегубством заниматься нет. Мы ж все один народ, православные, верно? Ну, давай, полезай. Из-за серебра, что ли? Ну, это как, да. Оно же лишним-то не бывает. Ну, давай. Полезай! Ты еще что? Как так? Кто стрелял? Где он? Выходи! Вон он, я вижу! Никого. И финист куда-то пропал. Не нравится мне это все. Маникей! Гляди-ка! Пойдем. Спасите. Какого княжича? Финист, ты о чем? Прошка. Он и есть княжич. Гаврила его увел. Хочет меченосцам отдать. Вот дела. Куда увел? Финист, куда? Бус,
Забирай Финиста и возвращайтесь в крепость. А я за княжичем. А ты сдюжишь? Конечно. Оглянись вокруг. Финист так постарался, что мне один Гаврила с наемниками остался. Все, не мешкай. Финист, друг, не закрывай глаза. Поговори со мной. Я ведь так давно тебя не слышал. Все-таки жив. Не волнуйтесь, он свой. Все, все. Все нормально уже. Спасибо девицам, спасли. А я думал, они хвостатые. Этого людей чураются. Это у них юбки такие. А людей чураются, потому что никто чужаков не любит. Но это не главное. Княжич. Что княжич? Меченосцы его схватили. И аз. Яко же. Финист. Помогайте, батюшка! Что с ним? Ранен он! Фофан, Прошку кликни. Не трудись, Фофан. Нет его. Сами делайте. Да он иссеченный весь. Кто его так? Да говорила и люди его. Ну, дела в новгородском княжестве. Друг на дружку кидаться начали. Не говори, батюшка, не говори. Хофан, за водой быстро. Я мигом. Давай, сюда. Ты только не говори ничего. Может, это у тебя сил, телега? А мне отдых требуется. Посидим здесь немного и дальше двинем. Ты вот что, пока отдохни здесь, а я в лес наведаюсь. Может, какую ягодку найду. Что-то я перехотел по ягоды ходить. Лучше с тобой здесь отдохну. Что там? Не счесть. Ворогов набежало. Неохота мне с ними здороваться. Не видать что-то твоего Гаврилы. Да придет. Еще не время, поди. А может, не удалось ему княжича из крепости выманить? Сам ведь говорил, дружинные там. О, а? Гаврила! Я ж сказал, придет. А вот и мы. И правда, Гаврила. Ну, здравствуй, дед. Говорят, у тебя есть кое-что для меня. Княжич! Княжич! Княжич Александр Ярославович! Рад тебя видеть, дед. Гляжу, не остался ты без дела после того, как Новгород-то покинул. А, да и ты, как я погляжу, хоть и в Новгороде остался, да только других хозяев себе подыскал. Ну что поделаешь, кто платит, тот и хозяин. Так ты, стал быть, признаешь княжича? Да как не признать? Княжичи есть. Ну а коли признаешь, то показывай, что от Гедемина для меня принес. Шемяка, давай. Вот. Насыпал там достаточно. Жаль только, не понадобится оно тебе. Видишь, тут какое дело. Мы тут пока к тебе шли, порешили серебришко это между собой поделить. Так что тебе ничего не осталось. Уж не обессудь. Как же... Вот так, Гаврила. Вот так вот, княжич. Ты чего удумал, вояка? Ты нынче навозного жука не одолеешь. Ну что, надо княжича к Гедемину вести. Да хорошо бы. А ты нам тоже не нужен. Поспешать нам надо.
а меня с собой. Дядя Бату? Не хочешь взять Курата? А? Дурак ты, Гаду! Ну что ты выскочил? Отсиделся бы вон там! А так себя не спасешь и княжича погубишь! Убейте его! Ну же! Хорош ты, Гаду! Хорош! Ну что, Гадун, к смерти готов? Ну давай, давай, ну! Хорошо. Ты знаешь, что я сделаю после того, как выпотрошу твои кишки? Сначала я отрублю тебе голову, потом я прикажу вырезать из твоего черепа чашу. А потом я буду пить из этой чаши вино. Всю свою жизнь. Слышишь меня, Гадун? Ну убей же его! А ты не спеши, дядя! Сперва со мной, слазь! Да что же вы все из-за этого щенка на мечи-то лезете? А как воспитали, так и живем. Сейчас я тебя перевоспитаю. Пришел, дружины. За то, что долго искал тебя. Малёва, ну что, отдохнул? Во строк возвращаться пора. Во строк? Ну пора так пора. Твое! Ну что, Болтун, проснулся? Да ты не переживай. Мы с Аникеем никому не скажем, что ты обед свой нарушил. Может, еще что расскажешь? А ты знаешь, у тебя голос песклявый, как у хрюшки. Там Гадун с Аникеем возвращаются. Вроде все целы. И Прошка с ними. Финист, слышал? Отбили княжича. Новгород, значит, пойдем. Княжича? Что ты все блеешь? Гудун, Гудун, ты мне главное скажи, княжич тут или ошибся Гаврила? Да не ошибся, не ошибся он. Княжич это Александр Ярослава сын. Куда они отправились? Так, крепость вроде собирались. А может, сразу в Новгород? Ну? Если верно, что изранены они все, то, думаю, в крепость зайдут. Хоть переночуют.
Ну что там? На рассвете выходим! Проверить оружие! Сдается мне, вострок собираются. Так чего мы ждем? Нам бы раньше них туда попасть. Если значит тропой пойдем, то поспеем. Быстрее. Кто там? Открывай, свои. Годун вернулся? Вернулся. Случилось что? Беда идет. Раз такое дело, мыслю, надо тебе не мешкой отправляться с княжичем в Новгород. Тайными тропами. А мы покуда потолкуем с тем Гедемином. Верно сказываешь, Курган. Только в Новгород с княжичем тебе придется отправляться. А я пока тут побуду. С тевтонцем потолкую. Ох, не терпится тебе, Годун, пророчество исполнить. Собирайся, Курган. Не суди, Годун, а слушаюсь я тебя. Пусть вон, Никон с княжичем в Новгород едет, а я останусь с тобой. Сколько раз тебе сказывать, Курган? Ты что, не понимаешь, что в наших руках судьба Новгорода, а ты тут... Не в твоих руках судьба Новгорода, Годун. Княжич? И не в моих. В руках Господа она, в его власти. Что верно, то верно. Только надлежит тебе сейчас, княжич, в Новгороде быть. Его судьба решается. Взрослый муж, Годун, а понять того не умеешь, что судьба Новгорода, может, и не там вовсе решается, а решается здесь и сейчас. Ведь если я покину остров, то за что они все смерть должны принимать? За меня? Ведь Гедемин думает, что и здесь, и никого щадить не будет. Правда, не будет щадить. Отстоим, княжича. Не отдать им ворога. Отдавать княжича. Видишь, вот и ответил ты на мой вопрос. За своего князя и голову сложить не жалко. Вели готовить оборону, году. Остаюсь с вами. Принимаю бой. Отец Никон, лечь, люди добрые. Да здравствует княжич Александр! Эй, десятник, дай мне оружие. С вами оборону держать буду. Чего? Одно дело за вас, лоботрясов, воевать. Другое за княжича. В жизни лук не держал. Как-то не до того было. Вот. Дядь Лев, давай я покажу. Дай-ка стрелу. Ближе, ближе следите. Смотри, тут главное без суеты. Прицелился, вдох, придержал, отпустил. А, учись. Ты. Курган сказывает, что числом их поболее нас будет. Поэтому думаю так. Тут, тут и тут. По одному с луком нужно ставить, чтобы вот это место простреливалось со всех сторон. А я мыслю, вперед выходить надо. На подходе встретить, когда не ждут ловчей одолеть, верно? Вот унеси! Оружие доставай! Ваня, они уже рядом! Точи, точи! Господи, спаси и сохрани! Напоминаю, вас всех ждет хорошая награда. И пусть умрут все те, кто станет на нашем пути. Ой!
как же так? Открывай ворота! Давайте все! Давайте все! Кто вы стоите? Убьете всех! Пройдешь, пес Тевтонский! Вон он! Вон он, щенок княжи! Что ж, нам осталось только забрать свое! Только людей зазря положил. Я где с миром к тебе пришел? Пойми, за Западом сила, Александр! Приведи орден Новгород своей волей. Только благо для него сделаешь. Не бывает тому, Гедемир. Тогда смерть тебе, князь Александр. Иди сюда! Сейчас посмотрим, кто из нас бессмертный! Свершилось пророчество. Княжича спас, а свою голову сложил. Живой. Рано хоронишь меня, брат Курган. Годун, брат!
Если шею не отпустишь, точно помру. Значит, не самое главное дело в твоей жизни. Я тут это вот. Почитай уже, все концы собрались. Собрались. Ну что, бояре, настало время выйти к народу новгородскому. Пора. Низкий поклон вам, что доверили мне место посадника. Михаил Терентьевич, тебе стало быть, ставим Тысяцким. Что там? Дом! Княжич там! Слово молвить! Какой княжич? Откуда же он взялся? Так он же мертв. Не может быть! Пойду порежу. Александр. Ведь не может править человек домом Святой Софии, домом премудрости Божией. И никто не покорит нас до тех пор, братья, покуда сами будем оставаться в покорности. Покорности Господу нашему, Иисусу Христу и Господину нашему, великому Новгороду. Помолитесь обо мне, братья. Гедемин убит. Княжич занял престол в Новгороде. А что с боярином Трифоном? Новгородская веча выбрала его в посадники, а в Тысяцкий поставила того самого Годуна, который убил рыцаря Гедемина. Что ж, партия еще не проиграна. Отправляйся-ка в Новгород, брат Лютер, и вели Трифону пособить тебе встретиться с юным князем. И что же передать юному князю? Передай юному княжичу поклон и пожелание доброго здравия. Скажи, братство воинов Христа радо сильному Новгороду и выражает надежду, что дружба между нами будет крепка и нерушима. Никей, дело у меня к тебе есть. С Свирской крепости, откуда вы недавно пришли, давно у меня на покой просится десятник Прохор. Старый совсем, спиной хворает. А ты воин добрый, не заступишь ли на его место? Я? Да, конечно. Владыка. Да оказия вышла такая, что девка красная приглянулась, и люба стала настолько, что вот свататься хочу. Что же не сватаешься? Да брат у нее больно суровый. Взглядом одарит, как молотом своим кузнецким приголубит. Боюсь. Не бойся.
А с боярами дознались, кто безобразничал? Ну, по всему получается, что ключник княжей воду-то и мутил. Он и к недугу Ярослава руку приложил, и Микиту Тысяцкого убил. Уф. И Мстислава, посадника. А признал его боярин Трифон. Так теперь его самого Веча посадником-то и выбрала. Молодец, Трифон. Есть же люди в Новгороде. Да. А что Ярослав? Ярослав. Ярослав теперь на киевский престол садится. Великий князь. Мудрый. Ну, а Александр, стало быть, теперь у нас, в Новгороде. Ну. Остался бы еще дядя Прохор. Как же мы тут без тебя? Прости, дочка, не могу. Срок мне. Ехать пора. А мне все-таки жаль, что Никий службу на девку променял. Да брось, Вышень. Вспомни, как он тосковал. Меня самого прохватывало. И чего он в Новгороде венчаться не стал? Там, поди, сам князь в гости пришел бы. Меченосцы, войной пошли. Выходит, не отдохнем. Ну что, братья, как учил князь Александр? Кто нас не ждет, того ловчее долить, верно? Ага.